Довольно дорогой, но удобный рюкзак, который сделан был в Индии из джинсовой ткани с несколькими внешними карманами и одним внутренним делением. Приятно им пользоваться, многое вмещается, лямки широкие, есть регулировка снизу по длине. Так, в принципе, их хватает, и вес полностью вашего груза распределяется по плечам. Никакой твердой, правда, стенки у него не имеется, есть дно вполне удобное, цвет бордовый, стиль описан как японский почему-то производителем, материалы, скорее всего, это большей частью хлопок. Могу советовать приобретать, если встретитесь. Сама нашла именно в офлайновом магазине, возможно, в онлайн. Марка представлена в более широком спектре. Спасибо вам за внимание. Ждите новые обзоры. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. И ждите много интересного в будущем. Всем пока! Довольно дорогой, но удобный рюкзак, который сделан был в Индии из джинсовой ткани с несколькими внешними карманами и одним внутренним делением. Приятно им пользоваться, многое вмещается, лямки широкие, есть регулировка снизу по длине. Так, в принципе, их хватает, и вес полностью вашего груза распределяется по плечам. Никакой твердой, правда, стенки у него не имеет.